Хальмас и Длимон, сегодня долгожданный новый кастом, который давно уже писали, типа, Антон, давай сделай этот бэй. И вот я его сделал. Хочу вам представить новый кастомный бэй. Вентер Вайврон в динамит системе. Я сделал Вайврона в динамит системе, как вы все давно хотели. Давайте посмотрим на него повнимательнее. Вентер Вайврон, а если точнее Вентер Вайврон Тейпер Атомик Дэш 10. Я решил взять такую комбинацию, потому что мне показалось, что эти детали идеально подойдут к Вайврону. Но давайте посмотрим его поближе. Чип Вайврона, как вы видите, это чип типа от Sparking версии, которая у меня сломалась. Короче, чип... Почему я сделал кастом? Потому что у меня чип Sparking сломался. Я думал, ну, значит, судьба, значит, надо делать динамит-версию. Вот, получается, я закрасил зеленый болт фиолетовым, чтобы вот так было. Мне кажется, я правильно это сделал, потому что выглядит прикольно. Щелчки у него вот такие. Ну, вот такой чип, типа, виверный. Следующее это рама, рама 10, потому что это защитная рама, идеальная, тяжелая и подходит Вайброну. Слой Вентер. О боже, вы бы знали, как я замучился с этим слоем. Честно скажу, в Вентере Вайброне нет фишки фриспина, то есть вращение, как у Джет и Торнадо. Объясню почему, потому что... Я, честно, клянусь, пытался сделать вращающийся фриспин кольца, но получилось так, то, что если я его делаю, то зазоров, то есть вот тут видите, что вообще очень чуть-чуть, прям маленькие сантиметрики, и верхний слой пластика, вот этот, который должен был быть сверху, некуда ставить и клеить, и получается, а без него эта штука просто не будет держаться и вылетать, типа, ну понятно. И из-за этого я, честно, я где-то двое суток пытался что-то придумать, но так и не придумал. Единственная какая тут может быть функция, это получается при ударе, когда первый наносится удар, кольцо может чуть-чуть прокрутиться в бок, типа защитно, и все. Но я не считаю это функцией. Хотя, ну, короче, вот такой Вентер Вайврон. Диск Тейпер, мне показалось, он очень просто мне напомнил диск, как у Вайлд Вайврона, тоже такой же идет. И мне показалось, что Тейпер можно вставить сюда, типа, ну, будет прикольно. Драйвер. Драйвер, честно, я хотел поставить вообще Орбит сюда, но мне сказали, что нет, давай Атомик, Атомик это самая лучшая версия, ставь Атомик. Просто прикол, что у меня Атомик черно-красный, и типа немножко, и очень немножко странно, ну, концепция света, типа, но что поделать уже. Атомик Дэш, ну, вы знаете, Атомик это самый из крутых драйверов по защите, пружинка хорошая, шарик крутится. Вот. Вот он, Вентер Вайврон. Давайте его соберем. Ну и щелчки. Ну, неплохие, мне кажется. Ну, хаймод. Хаймод. Ну, вот такой биверн получается. Ну и теперь у меня есть все бэй из команды Бэйгома, получается. Да, так, да, Бэйгома. Ну, погнали, короче, тестить этого Вентера Вайврона. Ну что, погнали тестить Вентер Вайврона. Ну, сначала после первого запуска. Ну, неплохо. Вентер. Вентер.
Северн. Сервиус. Вайверн против Магма. Это понятно, кто выиграет, и все. Если я буду слабенький, то это для Вайверна. Сможет ли взорвать как это, Магму? Взорвать не смог, но остановить смог. Сложнее. Сайклон. Вайверн. Ну да, цикл выносливее. Ну. Вайверн. Это Галлиха. Вайверн выпил. Хаму. Ух ты! Вайверн молодец. Давайте дальше, Фафнир. Как нет. Дрэгон. Дрэгон. Вайверн, Велиан. Вайверн. Вайверн. Лес побеждает. Сокрушительная победа. Не, Грейтик. Лес. Ох, увай. Верно.
2 евро. Баражан. Пожалуйста, 3 евро. Феникс. Байберн выиграл. Далеко не уходя, Феникс против Визера снова. Проминент Феникс. Ох, что это? Недолетающая рама? Что это? О, нанес сюда. Но он потерял стойкость. Тут уже зависит, кто победит. Ну да, тут скорее всего это добавит Байберн. Да, Фениксы проиграли. Гелиус. Кто из вас выиграет? Гелиус или Вивер? Смотря как Гелиус наклоняется, видно, что Вайверн выиграл. Да. Ой, такой махин я не выиграю. Хотя... Может даже и выдержит. Ладно, тут выиграл. Окей, Вайверн одолел его. Вайверн. Килл. И верно. Ultimate Battle. Ничья, верно выиграл. Неверно. Прига. Сприган. Айрон. Ультимейт Валькирия. Вайверн выдержал атаку ультимейт. Кастомы пошли. Фониус. Апокалипсис.
Поэтому. Majestic против первого. Геракл. Вайфан. Джокер. Джокер проиграл. Вайфан выиграл. Вайфан. А Шура против Вайфана. Вайбра. Офигеть, Вайбра смог переключить Люцифера. Вайбра. Ломата же может забирать энергию соперников, точно она выигрывает. Ладно. И верно, Десайдер. Ух ты, молодец, выиграл. Стелла Урануса не будет в этом ролике, потому что он немножко слой тут повредился, я только что заметил. Вот, видите, я не смогу сейчас просто взять бой. Так что Сталлар против, ну, не получится, короче. Но выводы какие? Вайврон получился неплохой. Конечно, он проиграл 11 бэям, это вот таким, но остальных он выиграл. Мне кажется, это неплохой результат для такого кастома. Ну, с вами был я, Антон Лимон. Тест Вентер Вайврона в динамит-системе. Всем удачи и всем пока.